На Елизавету Пескову, старшую дочь пресс-секретаря президента России, пару дней назад были наложены санкции, а сегодня девушка в гневе обратилась к общественности. Лизе сейчас 24 года, и уже в таком возрасте она может похвастаться достижениями, о которых большинству только мечтать. Она работает директором и основателем коммуникационной фирмы, а также исторического фонда. У нее степень магистра международных отношений, которую она получила в МГИМО. Елизавета никогда не скрывала, что она представитель золотой молодежи и часто даже этим хвасталась. Но теперь статус отца доставляет ей сплошные проблемы. Минфин США назвал Пескова, цитата, «главным пропагандистом Российской Федерации». После этого были введены ряд санкций, а пару дней назад ограничения коснулись и его семьи, взрослых детей. Им это пережить особенно тяжело, учитывая, что дочь – гражданка Франции, а сын имеет паспорт Великобритании. Младшая дочь от Татьяны Навки в списке не фигурирует. А вот Елизавета не может улететь в Европу. Для нее это оказалось настоящей трагедией. Цитата. «Мне кажется, это совершенно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я гражданин мира и не могу с этим ничего поделать», откровенничала Лиза в недавнем интервью. Она также вспомнила, как вместе с папой часто гуляла по Нью-Йорку и обожала этот город. Также она добавила, что хоть и любит отца и имеет с ним тесную душевную связь, она не обязана отвечать за все его поступки. Напомним, в день введения российских войск на территорию Украины Пескова опубликовала в Инстаграме антивоенный пост с просьбой остановить военные действия. Но после заявила, что критиковать действия российских властей не собиралась и имела в виду совершенно другое.